помогла спать, Элизабет, когда на тебе лежала такая ответственность. А ты, Раст, после убийства твоей семьи. Так, чё, погнали. Ты тут? Последняя битва. Что просить совета у призрака? Да начнется битва. Там пришли вести с востока. Король Солнца Алат ожидает в храме Солнца. Армия собирается перед долгим маршем на город? Боюсь, это не костры. Тогда что? Конец. По крайней мере, его начало. Вот чёрт. Вот это зрелище. Те самые истребители. К пушкам! К пушкам! Давайте! Не стойте! Выполняйте приказ! Все! Готово! По команде! Начнем стрелять! Думаешь, это их остановит? Вот сейчас и узнаем. Пришлите помощь! Нет, Элой! Нам нужны эти пушки! Он прирежет тебя! Не в этот раз! Сейчас я его не слышу. Слишком долго ты меня сожрала. Да начнется место. Что же ты не сразился со мной в кольце солнца? Никто.
Блин! Да, блядь! Да-да-да! Не должно было быть. Надеюсь, тебе больно. Избран. Аид избрал тебя, потому что ты дурак. Палач, который даже не понимает, что его используют. Твоя жизнь сплошная ошибка. И скоро все забудут твое имя. Обрати свой лик к солнцу и подумай. Так, забираем добро. Забираем все добро. Так, сейчас по-быстрому. Так, забираем все добро. Начнется мясо. Куда мне? Перевести дух и подготовиться. Так, небольшая передышка. Небольшая передышка. Thank you.
Вот чёрт, а. Элой. 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 Тэп. Хвала матери, ты жива. Я думал, тебя убили. А остальные? Они... Нет, нет, их потрепало, но почти все живы. Машины разрушили деревню и сразу пошли дальше. Они двинулись к шпилю, волоча за собой свой жуткий трофей. Позаботься о них так. Мне надо идти. Так, погнали. Блин. Черт. Если Аид начал передачу сигнала, значит, он прорвал оборону. Но... авангард Эренда. Мне нужно наверх. Пошел.
Нельзя останавливаться. Вперед! Я знала, что это будет непросто. Медлить нельзя. Элой! Они живы. Это Элой! Ну, вы видите? Мы думали, ты пала на Кряжа. Нет, это Кряж упал на меня. Времени остается мало. Я сражусь с Аидой. Не одна. Это мой бой. Я не вправе звать вас. А мы и так туда собирались, да? Да. Железный бес падет. Нужно вооружиться. Другого шанса не будет. Погнали. Этой сущности было вполне ожидаемо. Сущность не помешает передаче сигнала. Напротив, мои расчеты были верны, и присутствие этой сущности было просчитано. Thank you.
системе! Я не просто угроза. Так, секундочку. Сейчас. Сейчас, быстренько золотая. Потому что после этой сцены все исчезнет. Так, все, да? Все. Погнали. Главный блокиратор готов. Для включения назовите имя и ранг. Элизабет Собек. Альфа Прайм. Главный блокиратор включен. Стираю протокол истребления. Прости, Гея, что-то задумалась. О чем я? О вашем детстве. А, ну да. И, короче говоря, у меня был детский набор электротехника, но я прикрутила к нему аккумулятор и солнечную батарею, и трава загорелась. А от травы высокая сосна. Ей было, не знаю, наверное, лет 100. Вопрос. Сколько вам было? 6. Мама была дома, к счастью. Она сразу же вызвала пожарных, а потом вывела меня на лужайку и показала мертвых птенчиков. На сосне были птичьи гнезда. Вопрос. Что вы чувствовали? Я не знаю. Я вроде орала, что мне плевать. Тогда мама взяла мое лицо в ладони и сказала... Вопрос. Что она сказала? Что не должно быть плевать. Сказала, Элизабет, самый острый ум ничего не стоит, если он не делает мир лучше. Надо направлять свой ум на что-то полезное. Служить жизни,
не смерти. Вы часто рассказываете о матери, но у вас нет детей. Как-то не успела. Наверное, это и к лучшему. А какие качества вы бы пожелали для своего ребенка? Наверное, я бы пожелала ей любопытства и воли, несгибаемой силы воли. И иметь сострадание, чтобы исцелить мир. Хоть немного. Пока все, Гея. Пора спать. Желаю вам приятных снов, Элизабет. Спасибо. До завтра, Гея. Старый друг, помнишь меня? У меня еще столько к тебе вопросов осталось. Есть о чем поговорить. О твоих хозяевах, например. Тех, кто пробудил тебя сигналом. От знаний одна сплошная польза, правда же? Ну, давай приступим.